Всем привет! С вами Артём, и вы смотрите канал Крим. Сегодня у нас в гостях Маргарита Туманова. По вашим многочисленным просьбам она вернулась, чтобы рассказать о своих любимых кроссовках. Ой. Спасибо боту за вступление. И у нас сегодня, как он сказал, уже Маргарита, и она расскажет о своих любимых Джорданах, которые она принесла с собой в нашу студию. Это кроссовки, которых есть история. Это кроссовки легендарного Майкла Джордана, который играл в рассвете за Чикаго Буллс, за который я просто болел. У меня были... Дело в том, что спортивные родители и отец с мамой познакомились на баскетболе, они учились в медицинском институте и играли за баскетбольные команды этого института. И они, в общем-то, увлекались баскетболом, и они меня, в общем-то, направили в эту стезю, так сказать. И я болел за Майкла Джордана все свое детство, следил за ним. У меня отец записывал видосы с телека на VHS-кассеты, все матчи просто я смотрел, болел. И помню, как я смотрел также «Космический джем», этот легендарный фильм, в котором Майкл Джордан провалился под землю и там попал в мультипликационный мир. Короче, я уже много чего сказал, наверное, да? Пора уже передать слово Маргарите, и пусть она расскажет об этих замечательных кроссовках. Погнали! Всем привет! Меня зовут Маргарита Туманова. Я снова на канале Крим. Мне было очень приятно, что вы звали меня и так долго ждали. Я вернулась. Сегодня я расскажу вам о моих самых любимых Джорданах. Это 5 номерных моделей. И какой бы обзор ни вышел, он получится все равно лучше, чем предыдущий. Начнем с Air Jordan 3 в расцветке White Crimson. Это одни из моих самых любимых кроссовок. Релиз был в 2011 году. Здесь потрясающее сочетание кожи, нубука и elephant print на носу и заднике. Еще хочу отметить, что Air Jordan 3 – это первые кроссовки, в которых использовался новый логотип. Это Jumpman. Следующая модель – это Air Jordan 4 в расцветке Columbia. Я безумно люблю эту пару, так как она досталась мне с огромным трудом. В данной модели мне больше всего нравится то, что здесь отсутствует сетка на языке кроссовка и боковых частях, а присутствует перфорированная кожа. Это облегчает чистку кроссовка и выглядит более гармонично, чем во всех остальных моделях Air Jordan 4. Следующая пара – это Air Jordan 6 в расцветке Maroon. Мне нравится сочетание молочной кожи и язычка цвета бургундии. Оно очень выигрышно смотрится на данной паре и подойдет к любому образу. Даже с платьем можно одеть данную модель, она будет выглядеть очень классно. Следующая пара – это Air Jordan 11 в расцветке Aqua Safari. У них очень классная текстурированная кожа, а также интересная подошва. Ярко-салатового цвета очень неплохо сочетается с самим кроссовком. Также малюсенькое лого Jumpman выполнено в тон подошвы. Пятую пару вы не увидите на столе, потому что она находится на моих ногах. Это Air Jordan 4 Oreo. Они выполнены аналогично паре Air Jordan 4 Columbia, потому что у них отсутствует сеточка по бокам и на языке кроссовка. Они безумно удобные и очень классно, что их можно носить в любую погоду, будь то дождь, снег, грязь и слякоть. А вы знаете, почему Air Jordan называются Air Jordan'ами? Потому что Майкл Джордан, когда он играл в баскетбол, просто летал по воздуху. Вспомните Dunk Contest 88 года, когда он забросил свой мяч буквально со штрафной линии. Это был потрясающий бросок, который так никто и не повторил. Точнее, есть несколько видосов, где люди делают это, но сама амплитуда, эта прыгучесть, никто не повторил ее за великим Майклом Джорданом, 23-м номером. И, кстати, почему он выбрал 23-й номер, когда стал играть в баскетбол? Дело в том, что его старший брат играл под 45-м номером, и Майкл сказал: «Я хочу хотя бы быть в половину таким же крутым игроком, как мой брат». И выбрал 23-й номер, потому что 22,5 просто нет, и округляем до 3. Поэтому эти кроссовки – это просто наследие великого игрока. Любите их, любите друг друга, любите девушек. С наступающим 8 марта! И все, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Как я классно сказал. Забыл. Аллилуйя. В Кримшопе будут скидки. Ребята, сегодня 23-го уже, все в голове.
23 февраля, просто 23 номер Джордана. Но 8 марта, да, на дворе. И у нас скидки в Кримшопе, потому что парни захотят сделать подарок своим девушкам, либо просто урвать то, что они не успели урвать 23 февраля. Ну, кто как, неважно. Скидки 30% на всю продукцию Антитер и 20% на всю остальную продукцию в магазине Кримшоп. Промокод в описании. Девчонки, хочу поздравить вас с 8 марта, пожелать вам цветов, улыбок и кроссовок. Но хочу расстроить некоторых. Те, кто плохо вел себя на 23 февраля, не получат 8 марта кроссовки. С праздником!